Этим летом Центр детского творчества «Темп» рад познакомить детей с героями российского анимационного мультфильма «Фиксики». Наверное, немногие знают, что этот мультсериал был создан по мотивам повести Эдуарда Успенского «Гарантийные человечки». Именно им посвящена тема детского лагеря дневного пребывания. Нынешнее лето у нас идет по технической направленности и называется «Фиксики. Техносмена». То есть все дети, которые попадают к нам в лагерь, становятся фиксиками. А что делают фиксики и вообще кто такие фиксики? Большой-большой секрет. Они познают роль, устройство разных бытовых приборов, разной техники. Ну вот этим мы и занимаемся в течение всех трех смен этого лета. Фиксики – маленькие человечки, старшие Папус и Мася, а также их дети Симка и Нолик и их друзья. Они живут в доме у 8-летнего мальчика Дим Димыча. Всем известно, что маленькие фиксики – мастера на все руки. Все починят, нарисуют, соберут механизм и запустят в работу. На летней площадке Центра детского творчества «Темп» детей ожидает увлекательная идея собрать индивидуальный, неповторимый и самый настоящий город фиксиков. Мы занимаемся всю смену строительством фиксиграда. Этого прекрасного сооружения. Полюбуйтесь. Дети, вам нравится наше сооружение? Да! Мы занимаемся этой деятельностью в любую минуту, которая только у нас есть. Мастерим все своими руками. У нас мы даже чертежи строили, проекты различные реализовываем. Посмотрите, какая красота получилась. Многие ребята к нам приходят на вторую, на третью смену. Так им у нас нравится. Строительство чудо-города для фиксиков на этом не заканчивается. Юным строителям есть еще что делать. Хотим обрасти еще аэродромом и спортивным залом вот здесь. Но пока еще не хватает материалов, из чего бы это все сделать. Как только они появятся, здесь у нас будет еще спортивная площадка и аэропорт. Для фиксиков созданы все условия проживания. Здесь есть и кинотеатр, и небоскребы, и заводы. Ребята с удовольствием провели нам экскурсию по своему фиксиграду. Это шар такой специальный, который стоит для красоты. Стоит, чтобы было красиво, и все приезжали в фиксиград. А где сами фиксики живут? Вот не в этих небоскребах. А из гипса мы сделали фиксиграду. А для чего она у нас тут? Чтобы все знали. А что фиксики делают с этими драгоценностями? Фиксики отдают их людям, которые хорошо себя ведут. Это лето позволит каждому ребенку принять участие в удивительных приключениях фиксиков. Каждый малыш окажется вовлеченным в действие и почувствует себя нужным и незаменимым. Ребята воплощали в жизнь собственный замысел. Это так важно для самоутверждения, для воображения, для реализации своих умений и навыков. На первой смене у нас было два лагеря на нашей базе. Это был простой лагерь, который вот фиксики, и техношкола «Магистраль». Там у нас занимались мальчишки от 9 до 14 лет. Они занимались авиаракетомоделированием, трассовым моделированием, устраивали соревнования, делали эти модели. Тема была очень близка, тема оказалась очень актуальной, востребованной. Всем очень понравилось. И родители интересуются, и они сами, ребята, интересуются. Ну, как бы хотят продолжения. Моделирование и конструирование для детей играют важную роль. Они способствуют развитию мелкой моторики, изобретательности и придумывания чего-то нового. Например, ребенок может из подручных средств, кубиков, пластилина и еще чего-либо создать настоящий шедевр.